География факультета ветеринарной медицины началась с 8 ноября 1924 года, с момента торжественного открытия ветеринарного института. Факультет ветеринарной медицины является структурным подразделением академии, в состав которого входит 15 кафедр предклинического и клинического профиля. 7 кафедр имеют собственные клиники для стационарного лечения больных животных и обучения студентов. Клиническая подготовка будущих врачей ветеринарной медицины ведется на практических занятиях в клиниках академии, где проводится стационарное амбулаторное лечение более 3000 животных в год, а также в филиалах кафедр и базовых хозяйств республики. Кроме этого, для проведения учебной практики и обеспечения учебного процесса клинических кафедр используются передовые базовые хозяйства, мясокомбинат, областная ветеринарная лаборатория, зоопарк города Витебск. В настоящее время на факультете ветеринарной медицины на базе специальности врач ветеринарной медицины общего профиля ведется подготовка по специализациям: ветеринарная бактериология, вирусология, гинекология, биотехнология размножения животных, болезни мелких животных, ветеринарная биохимия, болезни птиц, болезни свиней, ветеринарная токсикология, болезни рыб и пчел. Начиная с будущего учебного года, впервые на территории СНГ на факультете будет осуществляться подготовка врачей по направлению ветеринарии непродуктивных животных, где будет осуществляться подготовка ветеринарных врачей для работы в частных клиниках с прохождением производственных практик в ведущих клиниках республики. Студенты факультета ветеринарной медицины проходят практику в лучших хозяйствах Республики Беларусь, а также на животноводческих комплексах Германии, Дании, Норвегии и других стран. Подготовка специалистов с полным курсом обучения осуществляется в течение 5 лет. Кроме того, на факультете ведется подготовка студентов по сокращенному сроку получения высшего образования для лиц, имеющих среднеспециальное ветеринарное образование, с периодом получения образования в течение 3 лет и 5 месяцев по специальности ветеринарная медицина. По статистике, профессия ветеринарного врача в западных странах входит в десятку наиболее уважаемых и высокооплачиваемых специальностей. В Германии и Канаде 4-е место, в Израиле 3-е место. Опережают только архитекторы, косметические хирурги и нейрохирурги. Врачи ветеринарной медицины работают в организациях агропромышленного комплекса, на мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях, в частных и государственных ветеринарных клиниках, в научно-практических центрах и научно-клинических институтах соответствующего профиля, в диагностических и контрольных лабораториях, в высших и средних специальных учебных заведениях, обеспечивают ветеринарную безопасность на государственной границе. Выпускники академии могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. В период с 1924 года и по настоящее время на факультете подготовлено и распределено в сферы народного хозяйства республики более 22 тысяч врачей ветеринарной медицины. В настоящее время на факультете обучается около 2 тысяч студентов. Ежегодно на производство уезжает более 400 врачей ветеринарной медицины. Почти 99% ветеринарных специалистов высшей квалификации в республике – это выпускники факультета ветеринарной медицины нашей академии. Всего на факультете ветеринарной медицины работает около 220 преподавателей. Количество преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 60%. Каждый учебный год на базе Академии проводятся международные или республиканские научные и научно-практические конференции, посвященные самым острым проблемам ветеринарии и биологии. Ежегодно команды факультета ветеринарной медицины выступают на международных и республиканских олимпиадах по ветеринарии, биологии и химии, где занимают призовые места. В ходе учебы студенты могут изучить курс автодела с получением водительского удостоверения категории «Б». Все студенты, независимо от формы обучения, обеспечиваются общежитием. Студенты бюджетной формы обучения получают стипендию, размер которой зависит от результатов сдачи экзаменационной сессии. Мы будем рады приветствовать вас в стенах нашей академии в качестве абитуриентов, а затем и студентов факультета ветеринарной медицины.